специальный гость нашей программы, который на самом деле умеет петь, делает это очень профессионально. И вообще, знаете, это самый добропорядочный человек из мира шоу-бизнеса, замечательный мой друг, очень профессиональный человек и настоящий человек, очень искренний, добрый, а эти качества достаточно редкие в сегодняшние дни, поэтому я с радостью его представляю. Замечательный и непревзойденный Прохор Шаляпин. Жалуешь ко мне, у меня ты моя радость на уме.